Взаимодействие с людьми, современная медиаметрия, противодействие негативным отзывам и еще десятки актуальных тем. Профцентр принял 5-й медиафорум «Работа региональных СМИ в современном цифровом пространстве». Мероприятие стало площадкой для обсуждения на экспертном уровне последних тенденций медиасферы, поиска путей решения проблем и направлений развития всей отрасли. А у нас 2 года форума не проводили в связи с ковидной ситуацией, поэтому сейчас для журналистов, которые съехали со всей страны, со 137 районов и городов, это событие. Точно так же, как для Федерации профсоюзов. Мы и журналисты делаем одно и то же дело. Мы защищаем людей труда, мы защищаем жителей нашей страны, мы помогаем им разбираться в сложных жизненных ситуациях, решаем вопросы социально-экономического плана. Поэтому профессия журналист, и если можно так выразиться, профессия член профсоюза, работник профсоюза, можно ставить знак равенства. Как отмечают участники форума, список обсуждаемых тем довольно обширный и, что самое главное, актуальный. Полученная информация придется весьма кстати в ежедневной работе редакции. В погоне за цифровизацией и за передачей информации мы должны учиться и многожанровости. То есть мы должны сохранять то, что у нас хорошо получается, и, конечно, искать новые механизмы доведения информации до наших читателей, до наших пользователей. Это мы, регионалы, конечно же, нуждаемся в той информации, которую сегодня получаем. Это как работать прежде всего сейчас в социальных сетях, потому что это новое пространство. И мы должны понимать, как работать с нашими читателями, какую информацию подавать, как ее подавать, чтобы она была читаема и людям мы были интересны, потому что мы должны отстаивать свою позицию, мы должны рассказывать ту правду, которая происходит у нас в районах, в наших городах небольших, в наших селах. Особый статус мероприятию придает и состав спикеров. Среди них председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда и министр информации Владимир Перцов. Последний высоко оценил организацию форума и отметил важность региональных СМИ. Так, по его словам, в структуре потребления информационного контента в регионах по-прежнему лидируют печатные версии изданий. У нас телевидение и интернет-потребление идет практически ноздря в ноздрю. Причем эти аудитории пересекаются в достаточно значительной степени. Это не значит, что человек, который читает новости в смартфоне, не смотрит телевизор, и наоборот. Глубина просмотра, она тоже совершенно разная, если в социальных сетях, мессенджерах и в основном заголовки, то телевидение – это уже больше аналитика, более развернутая информация. Среди главных задач медиафорума не только получение знаний участниками, но и возможность установить прочные контакты и профессиональные связи. Как отмечают собравшиеся журналисты, все поставленные цели удалось достичь.